День государственных символов отметили и в детском саду «Батыр». Ребята вместе с воспитателями исполнили главную песню страны, а после говорили и о других государственных атрибутах – флаге и гербе. В музыкальном зале детского сада «Батыр» атмосфера торжественная. Мальчики и девочки в красивых нарядах, у каждого рука на груди. Они исполняют главную песню страны – гимн Казахстана. Так дети вместе с воспитателями отмечают День государственных символов. Голубой флаг означает чистое небо над головой. Государственный символ Казахстана – герб, гимн и флаг. Мы гордимся нашими государственными символами. Знания о главных атрибутах нашей страны здесь прививают с раннего детства. Учат детей быть патриотами. Потому и песни о многонациональном Казахстане малыши знают наизусть. А эти небесно-голубые флаги в руках у ребятишек – дополнение к празднику. Сегодня, как и по всей нашей стране Республики Казахстан, мы в своем детском саду «Батыр» отмечаем День государственных символов. С самого раннего детства мы у детей воспитываем уважительное отношение к нашим символам. В доступной форме объясняем о гербе, гимне, флаге. И каждый понедельник наша неделя начинается с исполнения государственного гимна. Дети сегодня не скучали. Праздничную программу исполнили на ура. Денис Севков, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.